Всем привет, друзья, с вами снова я, Мурейзу. Сегодня мы будем продолжать играть в такую игру, как Кейс 2 Аниматроник с Survival. Итак, ребят, как вы помните, в прошлой серии мы вот играли в третий эпизод. Вот сейчас вот вышло какое-то хэллоуинское обновление, что ли. И добавили также еще четвертый эпизод, ребят. Четвертый эпизод, правда? О май гад. Кстати, прикольно выглядит на этом фоне. Олигар. Ой, лагает что-то. Ну кто это к нам бежит такой? Допустим, и чё? Так. А он крепкий орешек. Слушай, ты же у нас врач. Как он вообще ходит с дыркой в голове? Похоже, пуля прошла насквозь. Мозг не задет. Интересно. Редкий случай. Его надо осмотреть. Кладите его на стол. И что ты будешь делать? Не забыла, кто нас преследует? Я его на себе дальше не потащу. А у нас мозгов нет, в этом прикол. Верно. Да, у нас нет мозгов. Немного. Есть один способ. Ох, блин. Голова раскалывается. Для прыжка нажми клавишу бел. Кстати, немного фрезы тут есть. Допустим. Вот шкаф. Что надо делать? Может, когда-нибудь настанет тот день, когда я проснусь у себя дома. Надеюсь. Прикольно, кстати. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Вы дали не тот текст. Приветствую, новенькие. Мы рады видеть вас в рядах, Вайс. Если вы серьезно любите эксперимент, очень верите в свои силы, то не нужно отправляйтесь в отчасти. Вас посмотрят наши врачи-специалисты и сразу введут курс. И запомните, изменитесь вы, изменится и все вокруг. Может, в конце еще. Где им взял престол? Или как жаль, что вы скоро помрете. Да, Сэйдер. Ладно. Это... Это что, неизвестный тот самый из первого эпизода, что ли? О, старая добрая отмычка. Вот и все. Что делать? Генератор. Установите ползунки в правильное положение. Установите переключатели согласно схеме. Каждой схеме соответствует свое устройство. Ага. Где схему искать? Угу. Вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. То есть вверх,
вниз. Вверх, вниз. Свет включили или как? Один, девять, шесть, пять. Что это может значить? С собчаком взаимодействовать нельзя. Пароль. Левел 2 CA. Терминал 3,3. Ой-ой-ой. Сова! Спокойно. Чё ты тут? Спокойно. Блин! Ни хрена себе! А чё мне делать надо было, я не понял. Чего она такая? 1965. А ещё нельзя водить. Давай. 1, 9, 6, 5. Open gate. Здорово. Ой-ой-ой-ой, подожди. А чё она в шляпе, кстати? Сюда вот привлечь. Не бей её. Ах ты собака. Пустим. Ну, выход. Ой-ой-ой. Спокойно. Ой-ой-ой. Ты чё такой быстрый? Сова тупая. Ах ты, блин. Иди ты нахрен, сова. Ах ты, блин. Закрой. Закрой, нет. Закрой, тупой! Ну ты блин! Нет, иди нахрен! Ах ты собака! Спокойно! Иди ты нахрен! А ты дура тупая! Я не понял, что тут надо было. Так, выберите силу тока по телевизору. Вы чувствуете, что вам грозит опасность? Что вот-вот вас кто-нибудь покалечит? Не бойтесь, просто заставьте вашего оппонента засмеяться или закричать. И тогда наш мистер Байт придет на помощь. Но лучше просто позовите учителя. Лучше просто позовите учителя. О! Мистер Байт? Это ребенок какой-то. Иди нахрен! А, ворота закрыты! Он меня не заметил? Иди нахрен, тупой! Под нормальной силой убейте его. Допустим. Прекратите пытаться со мной разговаривать.
Да блин. Иди нахрен, Том. Ты тупой или чё, ё-моё? Всё, иди нахрен, аллигатор. Нет. Ой, я бросил бутылку. Иди поиграй в бутылочку. Не знаю, с котом там поиграй в бутылочку. С котом. Тут стекло. О, это фонарь? Фонарь. Иди сюда. Найдите работающий монитор, подключите его. Вот типа сюда мне рано нужно ставить. Окей. Итак, тут сразу три схемы. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Ничего. Опа. Я свет включу. Прикольно. Ага. Так. Сюда можешь пройти, аллигатор? Теперь на картонах помещаемся. Ага, мне нужно монитор, получается, взять. Берем монитор. И несем. Ой. Опаснись. Нет электроэнергии. А. Понимаю. Все, электроэнергия есть. Open gate. Блин. Понятно, сейчас с тобой. Что? Куда он бежит? Нет! Что? Что это этот дундук? Иди в жопу! Иди! Что? Кто это внутри этой коробки?
нахуй! Блин. Да что? Почему? Да не. Допустим. Нельзя его ничего отвлечь. Значит, сейчас будет что-то страшное. Угу. Ага, ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Все, я в мусорке. О, ни хрена себе, жесткий. Давайте отвлекаем его как-то. А, все. Так. Чё это? Ага, вот так типа. Это не я. Это барабашка. Нет. Мне повезло, да? Да что? Да иди ты в сраку. Куда там? Плачь. Я же ничего не сделал. Ха-ха-ха. Ха. Что теперь делать? Трубка, наверное. Ага.
Ого. Да. Даже понятия не имею, какие могут быть побочки. Через некоторое время он должен очнуться. Но ему срочно на больницу. Чё? Ой. Схема и кнопка запуска, видимо. Видимо, мы открываем вот эту вот решетку. И отсюда по любасу кто-то выползет. Вот 100%, ребят. Валево, оттуда кто-то выползет. Итак, начнем. Себе. А, это понятно. Это все. Собака, иди в жопу. Иди в жопу, я говорю. Иди в жопу, я говорю. Иди в жопу. В жопу иди, тупой дегенерал. О, таджик, таджики. Собака, нет! Да ты дам бой! Или чё? Дебил! Так. Да ты бубука тупой! Иди отсюда нахрен! Тупой! Да блин. Кидаем. Ах ты собака, на нахрен. Бежим, перезаряжаемся быстренько. Давай, 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 давай. На! Перезаряжаемся. Каем! Да! Дом, что произошло или произошло в зоне обучения игрушечных роботов? Спешу сообщить, что нашей жизни ничего не угрожает. Или нет? Ох, знала бы ты, как мне не все равно. Где мой кот? Не знаю. Так, телевизор. Если же начальник отдела и у вас осталась карта с нужным уровнем допуска, то вам повезло. Если вы обычный рядовой сотрудник, то вы, мягко
мягко говоря, в непростой ситуации. Найдите своего начальника или его тело, или останки. Заберите ключ-карту и следуйте дальнейшим инструкциям. Вместе с остальным персоналом, или, если не повезло, в одиночку, соберите трупы, запакуйте их в мешки, отвезите их в специальную зону. Найдите любой служебный телефон, вызовите нашу специальную бригаду зачистки. Потом просто заварите себе кофе и ждите, когда отправят на заслуженный отпуск. И помните, изменитесь вы, изменится и все вокруг. Знали бы вы, как мне все равно. Ключ-карта. Мне сейчас между трупов нужно будет копаться или... Вот и все. Так. Ну где ты, аллигатор? Ты же любишь эти сигнализации, я знаю. Аллигатор, видимо, там застрял. Так, что мне надо сделать? О, май гад. Наконец-то мы на улице. Ага, не дождетесь. Как же я люблю эти телевизоры. Нет. Слабое человеческое тело мало нам помогало выжить. Но чай нас, спросите вы. Уже не важно. Теперь каждый сотрудник нашей корпорации сможет опробовать чудодейственный препарат Vice Brights. Созданный на основе пойми чего там. И дают небывалую силу и возраст любому, кто его примет. Если раньше вы не могли обогнать и черепаху, то теперь вы не уступите в скорости и выносливости даже самым быстрым роботом. У вас отдельное ранение? Не да? Заживет быстро, даже не успеете моргнуть. Смелее записывайтесь на прием. Запомните, изменитесь вы, изменится и все вокруг. Кто из вас скажет, какой процент смертности добровольцев? Что? Ты нулем не ошибся. Прикольно. О, аллигатор. Угу.
предохранитель. Здорово. Здорово. Можете дать мне предохранитель, пожалуйста? А, вот и настоящий предохранитель. Вы что, там совсем офигели, что ли? Где нормальный воздух? Намана. И чё тут, какого хрена? Это, знаете, как, типа, когда на складе взял этот ключ-карту, за мной начал охотиться этот котик. Привет, барашек! Ты дружелюбный, надеюсь? Хопа. Ага. Зент. Знаешь что? По-твоему, я что-то понял? Ай! А что? Что делать? Я ничего не понял. Что на складе искать надо? А, фуражку эту тупую. Да, вот она. А, еще одна! Нож! Нож, где я найду нож? Где нож? Где? Бляха-муха. Где нож? Ай, где нож? Где тупой нож? Прыгай! Тупой! Где нож? Это же... Тут есть нож! Да-да-да-да-да-да-да! Беги, тупой! Давай, что дальше? Это что? Да что это? За говно. Привет. Я понял, надо там читать, да? А что это за этот? За рука была? Нож сразу. А сразу ножи нож. Мы сразу нашли нож. Берем фуражку. Тут берем фуражку теперь. Так, до времени сколько осталось? Ой, смерти моей. Теперь берем нож. А вот это вот там еще, видимо, здесь. Погнали быстрее. Так, что дальше? Что это такое, кстати? Какая-то маска, что ли? Полминуты осталось. Полминуты. Какая-то маска. Полминуты и какая-то маска. Это нет.
Да что, да? А, вот это вот. Вот это. Ай, а что именно? А какая именно? Правильно это или нет? 15 секунд! Беги! А я предприниматель. Меня убила стена. Какая именно Москва? А тут нет подходящей. Ну что за говно, тут нет подходящей. Ну, допустим, ту, что спал. Опять крышка от фуртоняни. Да. Что дальше? Все. Еще одно испытание, я так понял. Что-то лагает. Собака. Ты что, офигел, что ли? Я забыл перезарядиться. Бум-бум. Ой, блин. Ах ты, блин. А, да иди нахрен. Тупой. Ага. Знаешь что, иди поиграйся в бутылочку с свечкой. Поиграйся в бутылочку с свечкой. Я говорю, иди поиграйся в бутылочку с овечкой. Допустим. А, тут всякие, типа, отсылки на ютуберов. Это собака. Включил сигнализацию. Все. Знаешь, что я люблю потом? Иди поиграйся. Бежит. Что? Что за говно? Ах ты собака. Только попробуй.
Серьезно, так просто? Добро пожаловать в процветающую корпорацию Май. Мы ценим людей с ногами, но также и очень ценим физическую работу. Пока что без вас не сможем доставить оборудование нашим клиентам и тем самым сделать мир лучше и надежнее. Но если кто-то считает, что можно отлынивать, я скажу вам следующее. Мое терпение не бесконечно. Я выделю деньги на обучение наших роботов-аниматроников, которые смогут выполнять вашу работу. А потом я вас уволю. Мы все видим. Трудитесь, изменитесь вы, изменится и все вокруг. Гарри, уволь моего спичрайтера. Он пишет слишком добрые речи. Ага. То есть вот этот неизвестный использует роботов от компании ВАЭС, да? Как ты сволочь? Извини, не получится. Я слишком умный. Да что? Ну что за говно? Ну что, да выпендривался, да, аллигатор? Наконец-то. Хе-хе-хе, лох. Наконец-то я его убил. О, наконец-то, блин. Надеюсь, это конец эпизода, да? Да. Я сделал это. Наконец-то я выбрался. Согласен. Если вы смотрите, по крайней мере, все еще слушаете видео, мои поздравления. Вы тот самый избранный, который уцелел при очередного эксперимента или ужасного инцидента. Ну, либо вы просто везунчик по жизни. Первое, что вы должны сразу понять, вы не получите сверхурочных, но мир и корпорация Vice будут вам бесконечно благодарны за ваш вклад и труд. The end. Оу! Подождите. Подождите, дайте осмотрюсь. Ребят! Я не проходил первую часть Case Animatronics на своем канале, но... Это кабинет первой части Case Animatronics. Давай. Джон, это ты? Точно, забери меня. Я на 5-й авеню, рядом с торговым центром. У меня тут серьезные проблемы. Безумные игрушки пытаются меня убить. To be continued.